Более 2000 боевых задач было выполнено за 2022 год. Итоги служебно-боевой деятельности подвели в Управление Росгвардии по Дагестану. В рамках совещания определили основные задачи на следующий год. В числе приоритетных остаются борьба с терроризмом и экстремизмом, участие в охране общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и охрана важных государственных объектов. В завершении наиболее отличившихся сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по республике отметили благодарственными и ценными подарками.